Решил записать небольшое видео, такой видеоотчет по установке вот этой вот резинки на лапку КПП. Ну, оказалось, да, на самом деле очень удобно. После небольшого количества покатушек резинка сама приняла нужное ей положение. Сейчас сидит очень плотно, никуда даже не двигается. То есть вот, по факту, при переключении нога именно упирается в нее вот так. Довольно-таки очень удобно. То есть увеличилась площадь опоры на саму ногу. Трет теперь обувь меньше. И нога не пытается соскользнуть по ней. Так что всем рекомендую. Ставьте ее.